Привет, меня зовут Павел. В этом видео я расскажу вам об основных характеристиках телевизора LG Ultra HD 86 дюймов. Прежде всего, при покупке телевизора стоит обратить внимание на его диагональ. От этого зависит многое. Перед вами по-настоящему большой телевизор. 86 дюймов, не шутки. Такие телевизоры ставятся в гостиные или любые другие просторные помещения. Тип экрана этой модели LED. Это жидкокристаллическая матрица со светодиодной подсветкой. Такие экраны отличаются образцовой цветопередачей и широкими углами обзора. За качество изображения этого телевизора отвечает интеллектуальный процессор Alpha 7 второго поколения. Он мгновенно анализирует каждый кадр перед его выводом на экран и корректирует отдельные пиксели. А еще этот телевизор позволяет воспроизводить HDR-видео. Это формат видео, при котором цветовая палитра максимально расширена, контрастность повышена, а также яркость и детализация тоже на максимуме. Современные телевизоры сложно представить без поддержки Smart TV. После подключения телевизора к интернету у вас появляется доступ к бесконечному количеству контента. Вы можете смотреть YouTube, также можете смотреть свои любимые онлайн-кинотеатры, такие как Netflix, Кинопоиск HD, Amazon Prime, Иви, Мегаго, онлайн с телевизора. Также вы можете выходить в интернет и играть в игры. И все это без участия компьютера. Представьте себе. В комплекте к телевизору вы получите пульт Magic Remote. Он сильно упростит пользование телевизором. Во-первых, благодаря встроенному гироскопу, пульт фактически превращается в указку. Куда направляется пульт, туда и перемещается на экране курсор. Во-вторых, в этом пульте есть колесико, как и в компьютерных мышках. Очень удобная опция для просмотра веб-страниц. А в-третьих, голосовое управление. Это значительно проще, чем набирать текст в поисковой строке. У этой модели есть ряд интерфейсов для подключения внешних устройств. Поддержка Bluetooth дает возможность беспроводного подключения к внешним девайсам. Благодаря трем USB-портам легко и просто подключить флешку, на которой будет записан фильм или ваша фотография. Поддержка Wi-Fi – достаточно удобная штука. С помощью нее вы сможете легко и просто подключить ваш телевизор к интернету, даже если модем находится в другой комнате. LAN-порт пригодится вам, если вы захотите подключить телевизор к интернету через сетевой кабель. Это даже надежнее, чем подключение через Wi-Fi. Узнать больше об этом и других товарах LG можно на нашем сайте lg.ru. Приятных вам покупок!